На международной промышленной выставке Торгово-промышленная палата России представила компании, которые реализуют значимые экономические и социальные проекты. Технологии производства генно-инженерного и аналогового инсулина из собственной субстанции, современное реанимационное оборудование, система обеспечения безопасности горных и спасательных работ. Стендовая площадка ТПП – это совместная работа с Центром международной торговли и Центральным выставочным комплексом «Экспоцентр». Торжественно открыли вместе с губернатором Свердловской области. Мы хотели бы, чтобы наши промышленники, которые составляют подавляющее большинство нашей членской базы, знали о всех возможностях, которые может представить торгово-промышленная палата с точки зрения поддержки этих промышленников, с точки зрения продвижения их на российском, на зарубежном рынке. Поэтому мы здесь вместе со всей системой представляем не только федеральную палату, здесь и наши коллеги из регионов. Среди экспонентов – компании, получившие льготные кредиты от Фонда развития промышленности на выпуск импортозамещающей продукции. Тем не менее, основная задача торгово-промышленной палаты – презентовать на выставке свои инструменты. Это все так называемая услуга, помощь бизнесу. Могу просто цифру одну привести. Только Уральская торгово-промышленная палата за прошлый год оказала вот таких услуг более 40 тысяч. Ключевая компетенция российского добровольного негосударственного объединения, а именно таким является торгово-промышленная палата, внешнеэкономическая деятельность и региональные представительства имеют большие полномочия. Темп сегодня вообще он так уплотнился от формирования идеи до ее воплощения и тут же до ее устаревания. И поэтому вот этот вот обмен информацией, новыми какими-то разработками, в том числе консолидирование усилий, это крайне важно. И наша роль здесь – мы коммуникатор. Среди востребованных механизмов – так называемые бизнес-миссии. Работа же на внешних рынках ведется через широкую зарубежную сеть. Представительства объединения есть в 40 странах, в 11 из которых отделение Торгово-промышленной палаты России имеет статус «постоянно». У нас 72 деловых совета с 72 странами, через которые тоже можно продвигать свои интересы. У нас около 200 соглашений с торгово-промышленными палатами разных стран. Так что у нас большой внешний периметр, который тоже можно использовать для продвижения интересов наших российских предпринимателей и по продукции, которая у них есть. По словам Сергея Катырина, среди направлений российской промышленности, которые имеют внешний торговый потенциал, фармацевтика и медицинская техника, технологии нефтегазодобычи и машиностроения. Президент торгово-промышленной палаты отметил, что доля сырья в общем экспорте с каждым годом снижается, уступая машинотехническому производству.